и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Всем здравствуйте, вы на канале Кузямба, и мы играем в один из нас два. Если тебе понравится это видео, подписывайся, не забывай про комментарий, и всем приятного просмотра. Так, на чем мы остановились? Сейчас надо бы вспомнить. Не помню, честно, брать не буду. Ты посмотрел у меня новую игру, которую я начал играть, Призрак Цусимы? Вот, вообще, офигительная бомба. Вот. Мне очень она понравилась. Игра просто бомбическая. И, ну, блин, я не знаю, мне... Все, короче, сейчас по викингам, все остальное. Ну, блин, но... Вот про самураев тоже прикольная своя тема. Допустим, про самураев. Вот тут есть у них Ронин. Вот. И это человек, который потерял своего хозяина. Его убили, он не смог его уберечь. И он типа становится самурай без хозяина, который должен отомстить непосредственно... тому, кто убил его хозяина. Так. Да. Вот мы остановились на том, что... Короче, все вспомнил. Мы, получается, убили этих... бесшумных. Ого, река. Так, стоп. Ай. Так, это... Там что-то есть. Блин, ну типа можно было там пройти или что? Ну ладно. Так, немножко управления. Вы вспомните? Все нормально, огонь. Так, а я иду посмотреть. Вот это больница. Угу. Значит, нам все-таки верно туда надо, да? Так вот, я выбрал тематику непосредственно этих, как здесь, самураев. Ну, потому что все сплошь и рядом играют. Вот, есть. Ого. Нет, что-то, видимо, нам туда и надо, но мы сейчас туда не пойдем. Конечно, мне нравятся викинги. Там Конан Варвар, допустим. Еще что-нибудь. Так, у нас бутылка есть. На улицу не попасть. Мне надо назад. Угу. Видимо, значит, нам надо все-таки там пойти. Вот. Еще я видел выживалка какая-то про викингов. Это... Тихо. Спущусь на улицу. Тихо. Так, чтобы никого. Ага, сейчас мы, короче. Места нету. Так. Надо полечиться. Сейчас мы вылечимся, потому что что-то мне не нравится это все. Так. Ага, я все-таки понял. Ну, так и думал, что там кто-то есть. И, скорее всего, их много. Еще аптечка, патроны. Так. Тихо. Там ходит. Сейчас мы, короче, вот это сменить оружие. Так. Надо по-тихому. Это щелкун, что ли?
Хрен пойми еще, сколько могут быть этих. Так, ну давай мы обратно. Сейчас мы здесь пойдем. По-тихому. Так, он там один. Но... Блин, пойми, кто там? Так. Так. Ага. Так. Блин, вот это прям прислушиваться. Надо вот где они там ходят, при том того, что, ну, типа, ты понимаешь. А вдруг эти пискуны, или как их там зовут, которые... Где они там рычат? Я понять не могу. Ну, давай, пошли. Черт, да ты, та тварь, как капец. Да, Капец. Капец. Так. Вот это. Блин, у нас тряпки, все печально. Так, приглушение. Вот это можно скрафтить. Капец. Ах ты, блядь. Капец, откуда-то он взялся-то? Схватите, нажмите. Чтобы вырваться из захвата, это, блядь. Так, сменить. Блин, не там. Так, смените. Да нет, вот. Так, это мы перезаряжаем. Есть. Тут у нас патронов. Так, это у нас что у нас нормально? Сейчас мы аптечкой. Так, окей. Там чулкун. Ёбаный Жора. Тихо. Давай. Иди сюда. Давайте. Тихо. Давай, идемте сюда.
Так. Так, сейчас мы это сюда поставим. Так. Ну. Чёрт. Давай. Давай, где вы там? Капец, короче. Пули вот там. Так, давай еще раз выманим. Давай, есть. Давай, 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 блин. Это прямо... Так, у нас когда... какой-то трэш. Так. А? Пока все тихо. Ну, музыка вот эта нагнетает, значит, здесь что-то, что-то еще есть. Давай, иди. Ну. Тихо. Тварь. Чё ты думал? Тихо. Их не слышно ни хрена, блин. Так. Где, где, где? Блять, очко. Так. Где ты там? Тихо. Угу. Угу. Вот так вот. Всё. Ладно. Надо Довали. Идти. Так, надо ещё всё осмотреть. Ну, дыхание у меня сперло прям жесть, я скажу вам так вот. Должен же где-то быть выход. Особенно, когда щелкуны, блядь, взялись. Так. Угу. Вот там и выход, но тут... Это может... О, дробовик. Ништяк. Ой, просто прямо дыхание сперло. Такие моменты, это прямо вообще оттас. Оп, что там было? Что было? Что было? Так. Давай! Давай. Черт!
Давай. Блядь, еще. Нет, уйди. Отцепись. Офигеть. Блядь, свали на. Да ёперный театр, ты его отчёлка нам. На. Есть. На. Давай. Всплывай. Есть. Так. Идёт камень. Чёрт. Да всплывай. Офигеть, башкой прям ударилось. Сраный Сиэтл. Вот. Сраный Сиэтл. Так, что у нас тут, а где мы? Ага. Так. Теперь нам, наверное, прыгнуть туда надо, чтобы мы, короче, попали этот, да? Так, ну там, видимо, не пройти. Ну да, конечно, закрыто. Угу. Так. Давай, сейчас тут пойдем. Подожди, ну-ка, а если... О, палка. Зашибись. Так, давай мы ее скрафтим. Так, здесь у нас бумаги нету. Блядь, у нас бумага вообще просто самый ходовой в этот. Так, это полностью. Это ничего нету. Так, ладно, это можно вот так вот. Мы в помойках плаваем. Так, ну давай. Потом кричит. Да, он сильно кричит. Давай, сейчас пройдем. Так. Тут пролезть надо. Ползти. Ага. Так. Вкусницы. Да, ништяк. У нас такое произошло. А, понятно. У нас, к сожалению, джойстик разрядился. Так. Вот так. Ну, надо отсюда выбираться. Уберите меня отсюда. Заберем, не переживай. Да. Ничего у нас не этот. Так. И где мы? Так, ладно. Где я хоть нахожусь? Вот именно.
Так, надо посмотреть по сторонам, чтобы нас тут никто не... Ага. Так. Блять, у нас бутылок, конечно, много. Так, вот это надо. Так. Это одни бутылки попадаются. Так, ну там типа, ладно, не будем привлекать ком. Так, и где мы сейчас? Так. Здесь у нас тоже тупик. Так. Так. О. Я здесь. А больница вот тут. Срежу через парк. Ты уверена? Через парк надо срезать. Да. Но это не открыть, видимо. Замок. Так. Ну, здесь ничего нету. Точно тут все по-тихому. Так. Лучше бы как-то типа все-таки. Все-таки лучше здесь этот по-тихому идти. Вдруг кто-нибудь на кого-то нарвемся. Или да. То да как. Блять! Сука! Охренеть! Я вознесу вас перетиски на 100 урон. Не на этой ноте мы остановимся, чтобы ты дождался следующей серии. Этого терпения прям нахлынуло. Если тебе понравилось это видео, подписывайся, не забывай про комментарии. И всем хорошего дня.